Очередная награда нашла своего героя уже после его смерти. Капитан Георгий Иванович Деменко погиб 20 марта 1945 года в Восточной Пруссии. Его сын Юрий родился лишь после смерти отца. Еще до школы я знал, что мой отец был очень хороший стрелок, потому что в деревне остались немного меня старше ребята, которые знали моего отца. И он с автоматом мог попасть в пятак, где-то с трех раз уверенно попадал. О героическом предке знают в семье все. Даже правнучка Дарья выросла на историях о жизни Георгия Ивановича. Я считаю, что мой дедушка провоевал всю войну, отдал свою жизнь за войну, за наше светлое будущее, что этого нельзя забывать. Военные комиссариаты проводят постоянную работу по поиску родственников тех, кто отличился на фронте, но не смог вернуться домой. Орден Великой Отечественной войны второй степени для Георгия Ивановича – результат этой работы. Сегодня такое трогательное событие произошло. Мы вручили награду сыну фронтовика. Присутствовали при этом внучка фронтовика, правнучка. Вот. Событие очень трогательное, мероприятие очень трогательное. Мы эту работу, безусловно, будем продолжать. Святослав Савенков, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».